В Екатеринбурге посредь бела дня и речки Исеть в районе ЦПКО был обнаружен купающийся экскаватор с живым человеком, торчащим из люка кабины. Судя по надписи на агрегате и погоде в Екатеринбурге, возможно, на русский язык камацу переводится как морж, но это не точно. Казалось бы, благодаря какому лютому стечению обстоятельств экскаватор мог свалиться в реку да так удачно, что прямо на середину русла и встать на лапы? При ближайшем рассмотрении выяснилось, что морозоустойчивая махина с ковшом моржовым ехала по дну Исети какое-то время и занималась благоустройством нашей глубоководной, судоходной речушки, но, видимо, расчищала дно. А вот в этом месте глубина оказалась чуть более предполагаемого уровня, и экскаватор ушел под воду по кабину. Пришлось рулевому лезть на крышу через люк. Там он получил порцию сочувствия от сторонних наблюдательниц. Да, горемыка. Мужика это спасут, как бы, тут вообще ничего не занято. У меня вопрос, то есть, чтобы мужик, он водитель, он не лицо, принимающее решение, он рулевой. У него должен быть механик, который туда его послал. Правильно? Правильно. Как спасали из глубин Исети экскаватор и его водителя, очевидцы не засняли. Но теоретически человека можно было доставить на берег на лодочке. А экскаватор дернуть тросом назад с помощью другого экскаватора, стоящего на мелкоте. Ну, в самом деле, не вертолетом же его поднимать.